испускать видимый свет. Производство лампочек имеет два конвейера, которые затем соединяются. На одном изготавливается стеклянная колба, на втором изготавливаются цоколи, на них монтируются электрические комплектующие. В начале цокольной линии автомат нарезает стеклянную трубку в определенный размер. Трубочки устанавливаются на полировочный круг и нагреваются газовым пламенем в течение 7 секунд. Поверхность разогретого стекла выравнивается. Теперь полированным трубочкам делают уширение в верхней части. Нагревают трубку, пока она не станет пластичной, и затем один кончик расплющивают. В расплющенный кончик вдеваются два медных проводника. Затем надевается тонкий стеклянный цилиндр, называемый штенгелем. Последовательно проходя через ряд нагревающих элементов, обе трубки размягчаются. Пресс запаивает трубки вместе с проволокой. Одновременно делается микроскопическое отверстие ровно между проводниками. Оно понадобится, чтобы удалить воздух из колбы. Через это отверстие в штенгеле откачивают воздух. Затем кончики выводов разводятся и загибаются крючком. Здесь надевается очень тонкая, витая вольфрамовая нить, которая очень хорошо выдерживает длительный нагрев. Выводы покрываются другим металлом, жидким цирконием. Это увеличивает срок службы, защищая их от влаги, конденсирующейся в колбе. Колбы, так же как и трубки, изготавливаются из недорогого силикатного стекла. На верхушку колбы наносится штамп с маркой производителя, рабочим напряжением и мощностью лампочки. Матовые лампочки отличаются от обычных только тем, что изнутри покрыты синтетическим диоксидом кремния, белым порошком. Для закрепления покрытия дается разряд 30 тысяч вольт. В сочетании с нагревом до определенной температуры под действием разряда тонкий слой порошка прилипает к стеклу. Горелки испаряют влагу и отжигают все инородные включения. Здесь два конвейера соединяются, и колба надевается на цоколь. Затем сплющенный кончик цоколя сплавляется с шейкой колбы. Затем формуется основание лампочки для посадки в алюминиевый цоколь. Затем из колбы отсасывается весь воздух. Взамен накачивается аргон под давлением. Этот инертный газ не поддается нагреву, что удлиняет срок службы нити. Контактные выводы изгибаются, и горелки расплавляют и запечатывают штенгель, запирая аргон внутри колбы. Если сейчас подключить лампочку, она загорится. Но для того, чтобы лампочку можно было вернуть в патрон, необходим цоколь. Цоколь изготовлен из алюминия. Через центр цоколя проводится один проводок и запаивается. Точечной сваркой приваривается сбоку второй провод. Теперь контакты внутреннего и внешнего цоколя соединены. Перед упаковкой лампочки проходят так называемое испытание на пробой. Несколько кратковременных включений с подачей высокого напряжения. Это укрепляет нить накаливания. Теперь она не порвется во время транспортировки. Лампочки неоднократно проверяются. Еще немного света, просто чтобы убедиться, что ничего не повредилось между тестом изоляции и упаковкой. Упаковочная машина обеспечивает очень мягкое прикосновение, можно сказать, нежно берет хрупкие лампочки.